Всех приветствую на моем канале. Сегодня будет обзор дегустации мороженое с хмелем или мороженое для взрослых. Кёнигс представил такую вот продукцию: пломбир и шоколад. За окном лето и очень актуально. Итак, мы сегодня будем дегустировать, пробовать, смотреть, что это такое. Итак, это вообще пивной напиток портер. Один из них пломбир, другой шоколад, соответственно. Алкоголь и там 7 градусов, и плотностью и там 17%. И по составу это, естественно, ячменный светлый солод, пивоварный карамельный и там изжженный. И овсяные хлопья, пивные дрожжи, лактоза, ароматизатор шоколад, ваниль, крем, а там шоколад, карамель. И все одно и то же. Прикольно. Портер с лактозой, еще и получается с ароматизаторами подмороженное. Пиво у нас достаточно хорошо охлаждено, возможно, видно, баночки вспотели, так как тепло, жарко, хорошо. Начнем с пломбира. Аккуратненько открываем, наливаем и пробуем. Нет, сделаем все-таки мороженое. Мороженое будет у нас пиво черное, какое-то тягучее. Как будто какая-то жидкая карамель льется. И вот смотрим. Нальем сразу два, дегустировать будем по очереди. А нальем и сравним. Внешний вид сравним. По цвету такое же. Темное, рубиновое. Какая-то жидкая карамель. Скажем так. Так, смотрим. Пломбир. И получается и шоколад. По цвету абсолютно одинаково, пена абсолютно одинаково, темно, кофейная такая, карамельная. Очень красиво аппетитно смотрится, но по цвету только красиво смотрится, да. Но так она, конечно, крупнозернистая, такая очень пузырчатая, вот, будет видно, нет? Как будет видно, так и будет. Видно, запах уже какой-то сладковатый пошел, какого-то мороженого, ароматика у пломбира. Ароматика сладкая, плотная, чисто ваниль, сахар, какой-то сахарная пудра, там вот это вот все такие сладкие тона, мороженое, там крем какой-то вот из тортов. Ну, легкая, конечно, горчинка портера где-то в конце прослеживается, ну, вот она вот такая вот на излете. Как мы видим, пенка и там уже сошла, бокал не липнет, пробуем. Вкус сладкий. Плотный, легкая жжёнка в конце. По вкусу вафельный стаканчик с горчинкой, такой зажжёнкой. Немножко такой ванильный, сахарный привкус. И в конце горчинка. Ну, пиво на летний вечер, так скажем. Потому что плотность чувствуется, оно не легкое, не такое же оно водянистое, не питка особо такое. Ну, вкусно пьется, но оно тяжелое и сладкое. И после него захочется попить. Просто захочется после него запить водой. Теперь портер-шоколад. Пенка также исчезла. Ароматика здесь более тяжелая. Немножко даже какая-то карамельная, жженая такая. Жженая карамельная. И шоколад очень сильно, даже какие-то легкие, сладковатые табачные оттенки, если так можно выразиться. Плотнее, конечно. Ароматика вся. Так и есть, жженая просто карамель. Какие-то ванильные оттенки. И шоколад. Тут чисто шоколад горький такой. Или сладкий табак. Все, как я так опишу. Пробуем. Вот это вкуснее. Здесь просто какой-то такой карамель-леденец. Вот как ириска. Ирис. И конфетки, ириски. Вот такой вкус. И в конце еще горчинка, как из шоколада, и хмель еще. Немножко горчинку дает. Но так как портер, он как бы должен быть горький, но тут лактоза и всякие добавления, очень вкусно пьется. Не жестко и очень мягко. Плотное, сладковатое, слегка даже тяжелое пиво с легким ароматом. И пломбир, и шоколад – это жидкое мороженое с горчинкой и хмелем. Все. Жидкое мороженое с хмелем. Какое-то издевательство. Непонятно, то ли ты как бы мороженое ешь, то ли пиво пьешь.
Сладкая горчинка немножко перебивает восприятие вообще. То есть что, а что это? Пенка, как мы видим, конечно же, уже осела. Ароматика яркая, сладкая, ну, мороженое, пломбир. Жженая карамель, ваниль, сахар и хмель, небольшой аромат. Да? Ой, на вкус очень сладкая. Не приторная, но сладкая, с легкой жженкой. И по вкусу как будто бы не сам пломбир, а именно от него стаканчик. Довольно плотная, тяжелая, непиткая. Алкоголь чуть-чуть чувствуется. Маслянистая, карамельная, сладкая и с хмельком. Прикольно, интересно. И шоколад также. Шоколад немножко плотнее пахнет и более жженными тонами. Но шоколадом, да, вкус более плотный. Такой же сладкий, такой ванильный, с легким жженкой и горчинкой от шоколада. Совершенно ненавязчивый, еле уловимый даже. Оба пива сладкой такой ванильной карамелью отдают. Мороженым с хмелем. Все. Жидкое мороженое с хмелем для летнего вечера. Все. Будем заканчивать вот такой вот мини-обзор крепкого хмельного жидкого мороженого. На этом всего доброго. До новых встреч. Пейте хорошее пиво. И пока. За окном лето. Плотное летнее вечернее пиво. Но солнце так на меня и не посветило.